Тревожные новости поступают в эти минуты из Краснодарского края России. На Кубани поезд «Минск-Адлер» столкнулся с грузовиком. Пострадали 18 человек, и гражданство выясняется. Как сообщает ТАСС, четверо госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. Среди них машинист и помощник машиниста и водитель большегруза. Всего в поезде ехало 650 человек, в том числе 188 детей. Сообщается, что водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути между станциями Тимашевской и Ведмидовка. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение избежать не удалось. У остальных пострадавших легкие травмы, говорят в руководстве Северокавказской железной дороги. После замены локомотива состав продолжил движение. В связи с ДТП, предупреждают железнодорожники, ожидается задержка нескольких поездов.